Андрей Белянин. Свирепый ландграф. Роман. Пролог. Скорбь и уныние овладели миром. Брат завидовал брату, дочь матери, а муж жене. Предчувствие возрождения великого зла охватило землю, и лишь Локхайм, небесный город, поддерживал надежды страждущих. Неверящие пытались бежать, а верящие зажигали свечи у памятника 13-му ландграфу. Все начинается с чего-то. В моем случае с телефонного звонка. Как она умудрилась позвонить, ума не приложу. На все Соединенное Королевство, сколько мне помнится, ни одной телефонной будки. Ну, может быть, откуда-то из Локхайма. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться, и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди, они тоже хотят кушать, и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.